Идем, давай, идем. Мандаринка сидит. Мы часто так ходим, у нас тут наш отель, вот, всякие различные номера, там, я не знаю. Вот Стас. Идем, идем, идем. Вот он. Меня здесь не было. Ну, вот так каждый вечер, между прочим. Он просто путает деревья, видите, по одним месте, а по другим нет. Ну что, бассейн идем? Бассейн, конечно, идем, чем мы не идем в бассейн-то. Давай, заходи. Вот, а вот наш номер. Оп, вот наш номер. Смотрите, прикольно, оп, уже конкурс сразу идет, прикиньте. Ой, вы вернули, что ли? И вот Стас. Ой, я спал весь день в номере. Ну так было, плохо себя чувствовал. А на подушке очки, которые купил на прошлом вечере. Где было очков? Вырежем этот момент, Лех. Согласен, да. Все. Спим. Это наш номер, кстати. Такой ништяковый. С телеком, типа там, со всеми делами. О, зацените наш сортир. Сейчас я включу свет. Вот такой вот он. Ничего не было. И тут пробежал мимо игуана. Знаете, улетела. Это он стучал. Не, я спал, я сейчас вылетел. Господи, не спал, неправда, я не стучался никуда. Давайте его и забьем. Не, пошли, перекрывайся, пойдем. Я в Мунбич баре. Он с другой стороны. Действительно, он с другой стороны. Давай, чувак, давай, казалось. Дрифтит, все. Я пойду зайду в номер, блядь. Не мешайся ему, а то он занесет тебя тоже. Все, хватит на сегодня.